Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов Grand Star True. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами карнавальный костюм для взрослых. Это костюм волка. Вот так вот он выглядит в индивидуальной полиэтиленовой упаковочке. На фотографии вот вы можете видеть, вот так вот волк выглядит. Упаковочка у нас сейчас вот такая вот, в форме рюкзачка. Очень удобно носить. Но производитель вправе менять упаковку. На данный момент она такая. Вот так вот выглядит упаковочка. Здесь она на липучках. И давайте посмотрим костюм. В товаре у нас визитка интернет-магазина. Шапочка. В костюм входит. Вот такая вот плюшевая шапочка. Носик. Глазки такие вот. Здесь немножечко такой лохматый волк. С ушками. И вот здесь вот шапочка такая вот на подкладочке. Шапочка универсальная, подходит абсолютно на любую голову. Это костюм для взрослых. Но шапочку также можно использовать и для детей. Вот такая вот шапочка. И в комплект у нас входит комбинезон. Давайте рассмотрим комбинезон. Вот такой вот комбинезон серого цвета. Здесь идут лямки у нас. По талии резиночка и пуговичка. Здесь застегивается на пуговичке. Вот посмотрите, здесь тоже вот резиночка. Животик такой у нас как бы небольшой, немножечко набивной. Он внутри мягенький такой. Здесь вот можно увидеть, что здесь вот набивное такое. Материал у нас плюш идет. Лямки, вот посмотрите, можно перестегивать пуговички. Вот здесь вот дырочки, их несколько. То есть вы можете по размерчику регулировать. Такой вот комбинезон. Вот он тянется, посмотрите. Сзади выглядит вот так. И у нас хвост. Серый хвостик, довольно длинный такой. Можете посмотреть, вот так вот выглядит хвостик. Вот полностью комплект, такой довольно легкий, но очень удобный. Внизу штанишки вот так вот выглядят. Просто прямые, обычные плюшевые штанишки. Немножечко другой цвет внизу, серенький. Вот полностью комплект, то есть это шапочка и комбинезон. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте Grand Star True.